Одесская область снова в лидерах по заболеваемости ковидом. За прошедшие сутки медики обнаружили 111 случаев коронавируса в регионе. Это один из крупнейших суточных приростов за последние несколько недель. Отмечу, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает вероятности нового локдауна. По его прогнозам, к жестким карантинным мероприятиям Украина может вернуться в ноябре. Одесская область не радует цифрами ежедневной статистики. От осложнений коронавирусной болезни за прошедшие сутки умерло 4 пациента. В это время выздоровели только 14. А вакцинации? 26 августа первую прививку против ковида сделали 1067 одесситов. Еще 2626 завершили иммунизацию.